прибрежным камнем волны приносят обитателей морских глубин. Такой большой краб попадается нечасто. Походы по склонам горы Аюдак. Отсюда лагерь виден, как на ладони. Все в воду! После солнечной ванны так приятно окунуться в прохладные волны. Хочется плыть далеко-далеко. Далеко не плавать! Каждый может заниматься своим любимым делом. Моделей смастерили юные конструкторы. От соленого морского воздуха разгорается аппетит. Из далеких аулов, сел, городов приезжают в пионерскую здравницу лучшие пионеры нашей страны. И для каждого из них это большая награда. Здесь очень хорошо. Об этом хочется написать домой. Час тишины.
на большой лагерной площадке. Рапортуют о том, как они хорошо отдохнули, загорели, окрепли, набрали сил к новому учебному году. Мы, пионеры Родины Великой, заботой партии, всегда окружены. Мы скажем здесь горячее спасибо родному Сталину, вожатому страны. Мирно, равнение на флаг! Флаг спустить! Ребята увезут из Артека крепкие мускулы, здоровое тело, веселые песни и большую пионерскую.